Столкновение двух иномарок на выезде из Владивостока. Одному из водителей понадобилась помощь медиков. Обе иномарки двигались в сторону Артёма. Toyota Passa шла по правой полосе, чуть позади нее ехала Honda Fit. В какой-то момент водитель Toyota решил перестроиться на другую полосу движения. Мужчина не убедился в безопасности маневра и резко выкрутил руль, что стало полной неожиданностью для рулевого Honda. Toyota Passa с правой полосы начал поворот налево, не заметил и не пропустил автомобиль Honda Fit, в результате чего произошло столкновение. Вот. В скрыте взорвались подушки безопасности, но никто из водителей не пострадал, так как оба участника были пристегнуты. Оба автомобиля покинут место ДТП на эвакуаторе. После оформления пойдут в страховые компании получать выплаты. Виновник будет ремонтировать автомобиль за свой счет. Однако через несколько минут один из водителей все же решил обратиться за помощью к медикам. Водитель Toyota с ушибом ключицы отправился в травмпункт.